Урок русского языка Вики-транслейта. Кто это? Учительница Наташа Браун. Это Катя. Катя – девочка. Она – девочка. Девочка. Это Андрей. Андрей – мальчик. Он – мальчик. Мальчик. Это Ольга. Ольга – девушка. Она – девушка. Девушка. Это Максим. Максим – молодой человек. Он – юноша. Молодой человек или юноша. Это Ольга? Нет, это не Ольга. Не Ольга. Это Максим? Нет, это не Максим. Не Максим. Это Андрей? Нет, это не Андрей. Не Андрей. Не Андрей? Не Максим? Кто же это? Кто это? Кто? Это Катя. Она девочка. Катя? Девочка. Девочка. А это девочка? Нет, это не девочка. Не девочка. Не девочка? А кто? Кто? Это мальчик. Мальчик. А кто этот мальчик? Андрей или Максим? Кто он? Кто? Это Андрей. Он Андрей. Этот мальчик Андрей. Андрей. А кто это? Андрей или Максим? Кто? Это Максим. Он Максим. Максим. А Максим кто? Девочка? Девушка? Кто? Нет, не девочка, не девушка. Он юноша. Он молодой человек, не девушка. Юноша? Молодой человек? Да. Он юноша или молодой человек? Молодой человек. А кто это? Это девушка? Кто? Да, это девушка. Это Ольга. Ольга – девушка. Она
Девушка. Девушка. Кто это? Это девушка или девочка? Это... Кто это? Это девушка или девочка? Кто это? Это мальчик или молодой человек? Кто это? Это мальчик или молодой человек? Это... Молодой человек, мальчик. Девушка, девочка. Юноша, девушка. Хорошо, молодец. Конец урока. Пока!